То ли немецкая, и от нее она разрушилась, разруха. Да. И там, ну, такие плиты, можно, не знаю, что-нибудь найти. Там, мне, когда сестра старшая была маленькая, она там много гильз находила своими. Денчик рассказывает про местные достопримечательности, делится со мной секретами. Ну, вообще, типа, там просто, плиты лежат, плиты, там разруха, ну. Ты имеешь в виду аэродром? Не, аэродром, кстати, да, тоже. Нет, там... Не аэродром? Нет, там, там просто посредине поля была башня, и она разрушена, там осталось, там внутрь можно пройти, но там типа не просто, там то, что она упала, такие типа лежат плиты вот так. Ну я понял. И, с другой стороны еще там змеи, ужи. Ну я уже, кстати, видел, то есть недавно, то есть знаешь, где в этом пруд, парк. Парк этот, Гинденбург парк, да, раньше был. А, кстати, там, где это, зерно, сток, типа, дальше, вот где вокзальная, там, где, по лестницам, если идти. Так. Вот, там есть зерноток, если прям далеко идти, если и дальше еще идти, там можно дойти до аэродрома. О, вот это интересно. Старого, разрушенного, там шины. Там просто взлетная полоса, и дальше там есть еще военная часть, молокозавод. Слушай, а, может сходим завтра на этот, на аэродром? Как ты? Супер. Там, кстати, Балта, ты что там, бобра какого-то нашел или что? Аэродром, там есть еще гаражи заброшенные, тоже типа от военной, к военному относятся. Ну, интересно, хорошо. Посмотрим.